Премьера постановки состоялась в прошлом году в Сочи. Но несмотря на это, и сегодня в Зимнем театре «Аншлаг» среди гостей президент Владимир Путин. Сопровождает спектакль ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета. Ну а днем о программе юбилейного фестиваля организаторы рассказали на пресс-конференции. Как всегда, Башмет настроен удивлять и экспериментировать. Выбрали то, что, родившись здесь, продолжает жить. Мировые премьеры. То есть это, ну, в данном случае опять импровизация. Посмотрим, что из этого все получится. Но никто в мире еще не соединял симфонический оркестр с оркестром народных инструментов Китая. До 26 февраля гостей ждут выступления Дениса Мацуева, Дианы Арбениной, китайского оркестра. Ну а завтра большой гала-концерт с участием мировых звезд Финляндии, Италии, Японии и России.